Романтичный подарок устроил самарский боец, находящийся в зоне СВО, своей маме. Он был мобилизован больше года назад, а накануне ее дня рождения пригласил на праздник аниматоров, после чего сам выступил в костюме медведя. Именинница рассказывает, сын Вячеслав всегда был романтиком. Когда служил в армии в Чебаркуле, тоже нашел возможность спустя всего лишь 3 месяца после призыва приехать в день ее рождения с цветами, о чем мама вспоминала долгие годы. Моя мама много-много раз вспоминала этот момент, то есть ей тогда очень сильно понравилось. И сейчас, когда появилась такая возможность, я ее, естественно, не стал упускать, ну и маленько добавил красок. Хотелось сделать приятно маме. Песенка «Мамонтенка» действительно мне нравится с детства. Я всегда очень сентиментально к ней относился. И в этот раз решил включить именно ее. Под Чебурашкой, да, сначала было такое, думаю, он даже как-то заглядывал, думаю, может быть, все он. Потом уже услышала голос зятя, то есть и поняла даже, как танцует, поняла, что это зять. Когда «Медвежонок» вышел, единственное, что привлекло мое внимание, это сложение груди. Мне показалось, грудь так похожа на моего сына. Вот, ну уже, если честно, даже вот не думала, что даже не гадала. Ну, рассказали нет, значит нет. По словам районных властей, они всегда находятся в тесной связи с военнослужащими, и идею Вячеслава сразу поддержали. По поручению губернатора Самарской области, по поручению президента, мы поддерживаем семьи военнослужащих и стараемся помогать им и откликаться на их просьбы и оказывать любую посильную помощь. Нам военнослужащий рассказал о сюрпризе, который он хотел бы подготовить для своей мамы. Нас это очень тронуло, и мы поддержали его в организации такого замечательного праздника. Татьяна рассказывает, за время проведения специальной военной операции вместе с коллегами близко познакомилась с каждой семьей бойцов, которые проживают в Октябрьском районе. За каждой семьей закреплен куратор от администрации. От имени главы Октябрьского района Сергея Радько поздравляют семьи военнослужащих с праздниками, оказывают всевозможную помощь и поддержку, в том числе навещают молодых мам в роддоме, а родителей в больнице. Помогают оформить документы и делают все для того, чтобы бойцы не переживали о том, что происходит дома, и всегда чувствовали поддержку. Виктория Шара и Константин Головин. События.